Всем привет! Сегодня у нас небольшое короткое видео. Мы на канале Мотосибирь 55. Линхай М550 L. Длина базы, полноценная длинная база. Вот такой вот красавчик. Часто меня спрашивают, покажите, как выглядит с отвалом. Вот, пожалуйста, полутораметровый отвал, быстросъем. На педаль нажал, отвал отсоединился. Наехал на нужное расстояние квадриком под отвал, приподнял его, педаль отжал, защелкнулся. Вот она педаль. Здесь всего лишь останется только расцепить лебедку с крючком основным. Двигается, естественно, и влево, и вправо, для того, чтобы указывать направление отжатия снега. В комплекте лебедка с возможностью управления как механическое отматывание, заматывание, так и дистанционный пульт. Карбюраторная версия немножко непростая. Это версия с допами от завода. Дополнительно установлена защита поворотника и пластика. Этот угол постоянно подвержен там каким-то воздействиям. То разворачиваемся, то не вписались, то еще что-то. Но изначально презентовали как-то побольше, дуга должна была быть помощнее. Но вот Линхай в базе установил вот такую вот. Поэтому все те, у кого такой дуги нет, думаю, может спокойно сами сварить и более мощную. И немножко дальше, по моему мнению, было бы необходимо, чтобы наверняка пластик остался целым. Также из доп. Комплектации, которые пришлось доплатить, это 5-композиционные подогревы ручек. Обалденнейше работают. Эта опция вам дополнительно еще в 10 тысяч рублей станет, но родные подогревы ручек, которые презентует Линхай на многих моделях версии P, мы видим, что они в базе изначально, но так как M550L модель далеко не новая, в этой модели гоните бабосы, чтобы подогревы ручек были. Как доступно это в версии как карбюраторной, так и инжекторной. Я, конечно же, выбрал мой любимый на сегодняшний день цвет у Линхай, это грей, серый. Вот так потрясающе смотрится. Сзади подсветка его фирменная. Огонь. Все, что вы видите, все это в максимально заряженной комплектации. И шар, и подсветка, и спинка для второго пассажира, и защита рук, и литые диски усиленные, и лебедка. За все это доплачивать не нужно. Все это в базе на сегодняшний день. Но вот опция вот эта и подогревы ручек, до нее нужно заплатить дополнительно. И сейчас для подписчиков нашего канала на YouTube, и на сегодняшний день стандартная версия стоит карбюраторная 560 тысяч рублей. Но для подписчиков нашего канала на YouTube 570 тысяч рублей в комплектации с дополнительной защитой боковой и подогревами ручек. Все три цветовые гаммы в наличии есть: серый, беж, черный. Поэтому, кто захочет приобрести, не стесняйтесь, пишите, звоните. Наш официальный сайт motosibir55.ru. В описании будет указана ссылка на наш официальный сайт. Также огромный ассортимент продукции. Можно посмотреть, повыбирать. И есть и скутера, мопеды, и мотоциклы, дорожные, эндуро, разные классы, и зимняя техника, ну и квадриков очень много. Поэтому на весь вкус и цвет, я думаю, найдете подходящий себе товар по очень выгодной стоимости. Квадрики у нас от мала до велика, начиная там от 3 лет и выше.
Если какие-то есть вопросы, пишите, не стесняйтесь, постараемся ответить. Отправляем технику в любой регион на самых выгодных условиях с возможностью частичной оплаты для физлиц. 20% по факту заключения договора и 80% по факту прибытия к вам в регион. Так скажем, чтобы растопить лед между продавцом и покупателем, особенно тех, кто нас абсолютно не знает. Читайте отзывы на нашем канале на YouTube, отзывы на Google и Яндексе. Информации более чем. Спасибо, что смотрели это видео. Поддержи видео это видео лайком. Напиши комментарий, нравится, не нравится. Какие бы еще дополнительные бы внесли бы изменения. Нам это очень важно. Все, всех люблю. Всем пока.